туда, и у тебя осознание происходит, кем ты был, что ты делал, как ты Да. себя вел, и как ты, какие правильные выводы ты можешь сделать, Но это и же человека нужно вывести, смотри, на это, да, заполнить. Он сам должен быть готов. А как большинство да. регрессологов работает? Ты Пегас, ты Афродита, Нефертити, ты такая крутая, ты царь Соломон, ты славянский бог, лапшу на уши навешали. Люди довольны пошли. Работы ноль, проблем решенных ноль, Вот, даже мне бабок нравится. меньше, минус, карма меньше и прочее. Так большинство работает. А, кстати, вот о прошлых жизнях. С тобой мы чуть позже поработаем. Посмотри меня, кто я в прошлой жизни был. Вот эти все светлячки, которые пришли, это вот сразу сейчас первая жизнь наша на этой планете. А смотри, ну начни с меня, как всегда. С кого еще-то? Идет какая-то тут есть как богатыри, вот что-то такое. Бога или тыри все-таки? Как всегда, я говорю, это ткни палкой. Вот картинка пришла, истинная она или нет. Проверь, посмотри, что за ней. Свойства, место, время. Это было вот 80-е, 70-е, 50-е, там, не знаю, 40-е. Годы жизни. Место потом. Ну, сначала годы. Не пойму, почему такое смешение эпох идет. Каких эпох? Что ты знаешь про эпохи? Какие идут? В том-то и дело, что я особо ничего не знаю, но вот я Ну и то, что правильно. вижу. Так, что видишь, говори. Не думаю прям. Вижу вот эту войну Какую? Великую Отечественную, Так. вижу какое-то средневековье, вижу какое-то время. Может, лет 300 назад. Царские вот эти времена. Туда дальше вижу. Почему царские времена? Почему ты эти времена царскими назвал? Ну, потому что там, ну, правители были цари. Так, там был царь, да, и вот сложи теперь. Война, царь и некое средневековье, то есть тот строй, который был. Все просто. Ну, вот он и, получается, продолжал воевать. Кто с кем воевал? Я с кем воевал, получается, если я с войной ассоциируюсь. Почему это я с войной ассоциируюсь? Где я и где война? Ты идешь против войны, Да. против вот этого воздействия. Ну да. Было дело. Просто я вот, ну вот на самом деле думаю, мне кто-то сказал, да, ну сделай свое, ну такое же. И Я думаю, ну актуально это будет или нет. Я, например, по себе знаю, да, я там
Ну, вот я, например, буду за человека держать аскезу. Я знаю, что ему станет легче, он выздоровеет. Ты А если... соединяешься, как бы, да, и через себя работаешь, но это двустороннее движение. Оно работает, но очень чревато. Потом мы обсудим это. Это ты к чему сейчас сказала? Я это сказала к тому, что я... у меня нету стопроцентной такой уверенности, вдохновения или стремления сделать вот нечто подобное, но свое. Так, Ну, как это также, связано например... с войной и мною? Я что-то перехода не уловил. Я просто у тебя спрашиваю, ну, твое мнение мне интересно. Мы обсудим это чуть позже, давай. Сработаемся некоторое время. Сонастроимся. Для этого нужно поизучать друг друга. Вот мы сейчас изучаем меня. Потом, ну, параллельно ты смотришь, как качели, что с тобой происходит, где что мешает, где что всплывает. Посмотри себя, кстати. Может, что-то всплыло, появилось. Плечи, голова, ниже. У меня просто были астральные выходы из тела, через которые я очень много всего видела. Ну, не много всего, но несколько моментов видела, которые мне очень интересны. Человеческим умом просто это как, ну, с помощью логики сложновато, конечно, понимать. А сейчас ты, я спросил тебя себя посмотреть, а ты Да. что произошло? Ты вот я говорю, как о стенку горох, как будто куда-то говорю, а ты на Нет, своей я... волне. Так, Не-не-не, я смотри, тебя что происходит. услышала, исходя из того, что Да. я увидела, я это сказала. Так, что ты увидела? Говори. Я увидела, как меч за спиной. Так, и что это за меч у тебя за спиной? Он уже у тебя за спиной, да? Да. Так, что за меч? Мой. А почему он за спиной? Я не знаю, почему он за спиной. Он там вот, его никто не имеет права вообще никак неприкосновенность какая-то. Ну, потрогай его. Я чувствую силу. Так. Вот потрогай свою грудь, там сиськи. А сзади потрогай меч. Вот как то, что ты женщина, связано с мечом? Игнорируя мой троллинг, вот попробуй понять, к чему я от этого задаю вопрос. Я там чувствую энергию мощным потоком, которая бьет, протекает. Она, может, это форма меча, да, как я ее вижу, но внутри этого меча я чувствую энергию очень стремительную такую Это просто циркуляцию. визуализация. Вот все-таки ткни палкой, как я говорю, потрогай. Визуализация меча. А на самом деле что это? Сфера. Что за сфера? Какое-то световое такое облако я вижу. Как ты с ним связана? Я напрямую с ним связана.
Это как какая-то часть меня. Это как мое проявление, которому, как с которым я должна восстановиться, что ли, соединиться. Смотри, что в голове происходит, во лбу. Какие ощущения, когда ты контакт чувствуешь, резонанс? Идет как наполнение, как будто через меня вообще какие-то лучи начинают пробиваться. Наполняйся. Вся она в резонанс с этой чистотой. Со светим, этим светом. Наполняйся и смотри, что происходит. Какие-то воспоминания, что всплывает. Почему-то у меня идет как воин. Кто воин? Я. Так, что за воин? Информация, распространение. Какая информация и как кто распространяет как? Я должна ее вспомнить, соединиться с ней и передать. Вспоминай, вот сейчас. Смотри, что мешает. Убираю. Сливайся. Да, ушла какая-то штука с головы опять. Как обруч. Что это была за штука? Ну, у нее как разряд электрический, такой неприятный, как будто влияние какое-то оказывало на меня. Посмотри, еще такие влияния есть, мешающие. Да, в груди что-то есть. Пусть это примет форму и посмотри, что это. Это как плотный камень такой. Он из чего-то состоит. Не из одной материи, как совокупность некоторых, нескольких. Это как заземление в этом здесь, для того, чтобы торможение, так сказать. Это ты заземлилась, затормозилась, либо что-то тебя? Нет. Нет, в смысле, не ты? Не я. Так, а что, кто? Вентилятор гудит, сейчас наушники сменил.
Так. Что происходит? Происходит какое-то проникновение через слои, и знаешь, как отдаленное эхо. Все дальше, дальше слышишь, вот слышишь, помнишь. И потом какая-то точка обнуления, вспышка, и все, ты ничего не понимаешь. Ну, понимать и не надо. Просто принимай инфу. Вспоминай. Загружайся, потом распакуется. Пропитывайся знанием. Дыши. Дыши этим знанием. Что мешает? Что в груди? На маковке? Вот этот камень. Что за камень? А это как сборище вот по жизням. Каких-то какой-то негативной информации, которая касалась тела, там каких-то событий. А И почему это вот в как... камень собирается? Потому что оно очень давно, и Когда началось? оно там очень много боли, которая уже как закапсулировалась вот таким образом. Где этот камень у тебя? В теле, вокруг тела? В астральном теле, в области груди. Ну, как плотни, как снежок. Наполни своей энергией, своей любовью, осознанием. И пойми, что это. Это ловушка Какая? для того, чтобы, в общем, влияние идет из этой, влияние этой информации, скопленной там, оно идет на сознание, и ты, оно мешает как раз отождествлению, да, сознание и Эту тело. ловушку кто поставил? Капкан условно. Ты сама? Нет. А кто? Какие-то существа. Какие? Так они вот и похожи на вот этих красно-черных. Во, так их уже нету, значит их ловушки туда же, верно? Да. Ну, сломает ловушку. Как зеркальный лабиринт. Куда ни посмотришь, везде бесконечное продолжение какое-то. Да, поймала, хорошая симуляция. А откуда идет вот эта вот сама идея вот этого лабиринта? Где она зиждется? Это их разработки, с которыми они пришли сюда. Они их и внедряли специально, как чтобы испытать новые вот эти методы, насколько они А эффективны. что это за метод такой? Ну, одним словом можно сказать, что это заблуждение, когда человек, я не знаю,
кто там как кошка за хвостом бегает за своим, да? А вот как у них И... это получается, разум так мозги запудрить в лабиринт зеркальный? Что это? Что создает этот зеркальный лабиринт? Ты видишь себя, и ты веришь, что это ты. Ну, со сдвигом каждый следующий ворота как бы идут немножко не туда, да. Идет искажение, да. Как? Что искажает? Это магия, это программа, это человек, это что? Вот как это все делается? Механизм. Суть. Природа. Почему-то идет какая-то аналогия, связь с физикой, с физическим телом. С физикой, как наукой, либо с физическим телом. С физическим телом. Так, и что физическое тело это создает? Оно не то чтобы это создает, но оно по плотности. Это почти материальное, да, уводит на уровне, почти на уровне физики, да. Хорошо, ты пока подумай. Теперь тебе легче без камня. Да. Наполняйся, всплывай на твой истинный уровень. Заполняйся. Спасибо. Вдохни, наполнись. Время еще есть? Ты занята? Да мне надо было бы отъехать, но не знаю даже. Ну, фиг с ним. Как поток Ну, идет, давай доработаем. да. Давай отвлечемся. Снова посмотри на меня. Вокруг меня какие-то сущности есть. Какие это? Посмотри. А ну, то, что вот этот наблюдатель, которого я изначально видела, есть еще сфера, но я бы не сказала, что это сущность, там больше идет как сознание, она обладает формой, я не вижу. Все-то ты видишь. Так, еще. Ну, Пока сознание это пропускаем. чувствую, да. Пропускаем. Давай чуть помягче. Поменьше, полегче, посветлее. Я вижу еще огромную сущность, она световая. Она вот стоит справа. Как выглядит? Знаешь, как в сказках горы оживают? Вот так и выглядит. Такая мощь, причем воля, я чувствую волю, там такое волеизъявление, как намерение такое. Чуть ты увидела, даже интересно. Написывай форма. Форма, ну я вижу голову, я вижу силуэт человеческий, человеческий силуэт, в принципе. Но он энергетически очень мощный. И
Я понял. Ну, Это вот он... он, да? Это мальчик или девочка? Он. Мальчик. А что он делает-то? Откуда он взялся? Просто так стоит. Нет. Что делает? Ну, я бы могла сказать, как я вижу, что он тебя поддерживает, но у меня ощущение, что ты его создал как-то, не создал, а у тебя связь идет с этими энергиями, Сколько как таких, как он? источник. Таких, как он, сколько? Почему-то вижу такой ромб, и на конце вот каждого они установлены, они стоят. Ну, это, скажем так, боевое построение, боевой квадрат, скажем так, да. А сколько в ромбе таких, как он? Все? Ну, все такие. Поговори с ним, со сознанием туда, окунись. Получишь инфу. Кто он, что он. Ой, я сейчас заплачу. Ну, давай. Ну вот прям энергии идут такие вот светлые, мощные. Заполняйся так. Да, такая вот целостность идет. Такое единение идет, вот все единое Нет целое. войск. Ладно, хорошо. Отключайся. Поменьше, попроще. Вокруг меня найди. Хорошо, ты же Мону видела? Видела, да. Да. Вот вокруг нее тоже таких сущностей некоторое количество. Посмотри, что это за сущность. Ну, именно паразитарного характера, да? Нет. Что ты так это сразу зациклилась? Наоборот, анти. Вот найди самые антипаразитарные сущности в нашей вселенной. Вот самые вот. Если там хитростные, то тут вообще бесхитростные. Если там вот темнота, то тут Да. самые лучики света. Вот найди таких. Вот возле Моны крутятся. Возле меня иногда. Ну, они вот как сфера такая круглая, она вот летит и как светлячок вот так А вот мигает, вот что это вот за примерно светлячки? так. Позови одного из. Позови, придут. Скажи, я хорошая, не обижу. Ну да, здесь они. Поздоровайся. Такие кривые энергии интересные. Мальчик, девочка. Девочка. А мальчики там есть? Да. Ну, с тобой девочка, да. Девочка к девочкам приходит. Ну, пообщайся, кто они, что они, как имя, пусть имя скажет. А
Она говорит, что у них имена как вибрации. И они могут быть совсем непонятными. Это я в курсе. Да, я главного не могу имя выучить никак. Агр, что такое? Нафиг. Ну вот мне то, что идет, она, ну как ария, ну вот что-то Да. такое. АР везде есть. Р в Как? Греции. А и Р везде есть у всех, да, во Да? всех именах, да. Такое звенящее Я... что-то. А как они говорят? Пусть что-нибудь скажет. Послушай. У них идет через мыслеформу общение, Да. через контакт. Но если слушать эту вибрацию, я бы ее сказала как какой-то такой мультяшный голос, вот зажатое вот горло и Тя-тя-тя-тя. Некоторые да, дюны вот их называют примерно да. тявки. Вот да, я не могу понять, может, мне не может казаться, я это чувствую, А откуда они но такие взялись-то? нас тут много и показывает сферу. Сферу в каком-то слое вот идет. Они оттуда как мыльные пузыри, как будто бы выскакивают. Так, покажи себя, скажи, что не так, может быть, что-то не нравится, спроси. Говорит мне, выкинь все, что делает тебя тяжелой. Ничего. А ты скажи, а я не знаю, что. Пусть сама выкинет и посмотри, что тебе понравится. Пусти в себя. Проси помочь. Как будто контуры моего тела раздвигаются на Да. энергетическом уровне. Пусть поест все, что не нравится ей. Оно идет как разрушение какой-то... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот как камень точат. И вот эта вот что-то плотность какая-то Да, присутствует тяжелая в... энергетика, какашки все. Вот смотри, как она ест. Оно Чистит вот... тебя. Она как разлетается в разные стороны. Вот это вот все, из чего это все состоит. Интересная штука. Как такие... Ну вот полностью идет разрушение, да. Вот этих стен. Она их сначала проявила, выдвинула, и теперь... уничтожает. Солнечная крыса разъедает кирпичные тяжелые стены. На тебя повешенные. Смотри, что происходит. У меня вот она с этой стороны начала, и у меня вот здесь уже все, вот идет какое-то высвобождение энергетическое, теперь сзади. Как ощущение? Ощущения приятные, так свободно становится. Расширение Попробуй быть в чувствую. резонансе с ней, на том же уровне вибраций, хотя бы мозгом. Смотри, что происходит с тобой.
сразу идет информация, уничтожить всю гадость. Вот иногда будешь общаться, вызывай, общайся, отпускай, как кошки, солнечные кошки. Солнечные кошки. Интересные. Да, спасибо. Ящерки, кошки, зайчики, как угодно их можно называть. Крысы, но солнечный факт. Ну да, они светящиеся. Юрки такие. Да, Ящерки такие такие, да, лучше. интересные. Да. Называть можешь как угодно, но суть вот она, да. Так, прости, Спасибо. покажи меня ей. Сейчас закончат. На первый раз там хотя бы первый проход. Потом еще можно будет. Родню Но или знакомых показывай, пусть чистят. Общайся. Сами не справятся, они вызовут помощников. Они знают, кого вызывать. Потом с тобой поработаем. Она смотрит на тебя и говорит, что у тебя свои есть, что ты от нее, что ты От нее хочешь у ничего, нее просто узнать. спроси, кто я. У меня-то мальчики, понятно. Она тебя называет несущий свет. Будет так. А откуда я? Пообщайся с ней. Что она расскажет обо мне для начала? Говорит, он проявлял стойкость, и его никто не смог сломить, даже когда все рушилось. Он всегда такие вот показывает мне как столб энергетический, как стержень твой. Вот эту силу духа. Он говорит, он может быть везде, но вот это с ним всегда. А когда все рушилось-то? Скажи, я не знаю, расскажи мне. Они любят общаться. Девочки, вы всегда любите поговорить. Поговори с ней. И мне рассказывай, чего там. Показывает вон ту вселенную. Которую пришлось ему покинуть. Но дальнейшие трудности, они не изменили его истинную суть. Да если бы. Ну ладно, ну да. Иначе бы меня не было. Интересно. О, покажи черта. Спроси, что это было, где они сейчас и что, какое я к этому отношение все имею. Ее версия, ну-ка. Она говорит, он ему завидует. Кто кому? Черт. Ну вот, она так это высказала, но... Ну, так. Собака лает, караван идет, типа того. Покажи. А, скажи, где сейчас черти? Есть? Пусть найдет. От них осталось только как внутренние какие-то мешочки в людях.
Их нет. Ну скажи, пусть почистят мешочки. Попроси других таких. Сколько таких, как она? Ну вообще такого типа. Много. Сколько? Говорит, миллионы. Угу. А только в нашей вселенной? Нет. А где еще? А здесь, говорит, мы нужнее всего. Да. Все верно. Только чертей уже нет. Честно, надо мне думать, куда отправить. А где еще? Сколько других миров, пусть спроси, пусть скажет. Еще в трех. Угу. Это она была еще в трех, либо вот такие, как она. Нет, такие, как она. Угу. Ну ладно. А покажи Рой. Спроси, что это такое. У нее какая-то как отвращение Угу. появилось. И показывает, звук такой создает, как жужжащая муха назойливая. Угу. Ну, Рой Вот жужжит, такое да, вот что-то такое дает. спроси, откуда это? Это из тьмы. Угу. А в тьме что, кто? Зло Угу. и как мнимое величие, Угу. что-то такое. Ну, как какая-то симуляция идет. Ну, в общем, не того, что там на самом деле. Как такое вот что-то Обман, говорит. да. Да. А я к этому как отношусь? Вот так говорит, вот так вот смотрит. Что там, кто? Что? Кто-то есть, что ли? Вот так. Она юмористка, слушай, такая. Да, они прикольные. Да. А они-то сами откуда? Из слоя. Вот так рука открывается, Угу. и они выходят. Вселенная. Откуда А, они да. вообще-то? Кто это? Из самой светлой сферы, которая выпустила нас, и мы притянулись туда, где мы нужны. Все верно. А какие у них свойства? Чем они нужны? Почему-то идет слово, как санитары. Угу. Вот что-то вот выметать, очищать, разрушать. Ну Ну, здесь-то да. А вообще они для чего? когда мы ничего не делаем, мы просто есть. Но нам лучше и хочется быть больше полезными.
Ну все, она уже не хочет разговаривать. Поблагодари, отпусти. Да. Угу. Ушла такая интересная. Слишком много разговоров. Мозг напрягать, да? Дети же, дети. Им только играться. Если игрушек нет, все скучно. Да. Ну вот, зови иногда, общайся. Проси помочь. Полечить и прочее. Спасибо. Да. Их много. Чем больше пусть с людьми общаться, тем веселее будет. Фух, перерыв.